Я очень как бы переживала, скажу прямо, когда стрелки не переводили, когда время остановилось, это было какое-то. Я понимаю, что вроде как и правильно, но это какое-то безумие, когда ты встаешь на дворе темно, ложишься опять, черти, непонятное время суток. И все-таки, так как я опять же часто летаю в Европу, время должно переводиться. И слава богу, что стрелки опять будут переводить, потому что мне очень хочется вставать, и чтобы светало, и хочется засыпать, чтобы тоже темнело, потому что, ну, когда совсем короткий день, то все-таки, я считаю, этот короткий день, он прибавляет пессимизма. У нас и так люди, они немножечко, ну, потеряны, я считаю, сейчас в наше время, не самое легкое, да, каждый ходит в своих переживаниях, а когда приходит, просыпаешься, и темно на улице. В любом случае мы даже тратим гораздо больше электричества, прям мы тратим гораздо больше денег. Поэтому я только за перевод часов, потому что в любом случае это даже дает позитивные эмоции, вырабатывает гормон радости, в конце концов просыпаться, видеть солнышко, это дорого стоит.